Самая оплачиваемая певица планеты, самый быстрый астероид и самая популярная фотография Сирены Уильямс. Обо всем этом в нашем обзоре. Богатая и знаменитая Бейонсе возглавила список Forbes как наиболее высокооплачиваемая певица года. За прошедшие 12 месяцев американка заработала $105 миллионов. В эту сумму вошли доходы от нового альбома и концертного тура. У Бейонсе также есть своя линия одежды. На второй строчке 69 миллионами долларов британка Адель. Третье место у американской певицы Тейлор Свифт. Ее доходы за год 44 миллиона. Вышла замуж и порвала интернет. Свадебное фото Сирены Уильямс за 3 дня собрало более 800 тысяч лайков в Инстаграме. Бракосочетание состоялось еще 16 ноября в Новом Орлеане. Уильямс отдала руку и сердце миллионеру Алексису Оганесяну. У пары уже есть дочь, рожденная в сентябре этого года. На торжестве присутствовали около 200 гостей. Свадьба обошлась молодоженам примерно в $1 миллион. В Атланте снесли один из самых больших стадионов США. На этой арене проводили баскетбольные матчи Олимпиады 1996. Также она дважды принимала Супербоул. Чтобы здание рухнуло, понадобилось 2,5 тонны взрывчатки и всего лишь 15 секунд. Теперь на месте стадиона появится отель, паркинг и зеленая зона. А неподалеку уже готова новая арена. В Сантьяго прохожий поймал женщину, сорвавшуюся с 9-го этажа. Сначала она висела на стене дома, уцепившись за перила балкона. Внизу толпа зевак снимала происходящее. Мигрант из Гаити решил помочь бедняге, прикинул место, куда она может упасть, и стал там. Женщина и вправду свалилась прямо на него. Оба пострадали, но остались живы. Чилийский филантроп Леонардо Фаркас пообещал оплатить лечение спасителя. Солнечную систему впервые посетил межзвездный астероид. Небесное тело необычной вытянутой формы пронеслось сквозь нашу галактику на скорости 25 км в секунду. Он стал самым быстрым астероидом, который ученые наблюдали в Солнечной системе. Объекту присвоили название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «первый посланник издалека». Из чего состоит, откуда прилетел и куда направляется космический гость, пока загадка.